Ну что, спасибо всем, кто пришел сегодня. Это было жарко, конечно, очень. Я сейчас еду домой смотреть Форт Боярд. А потом у меня терапия палками. Новая. Ну, а тут палки, это вообще моя тема. Ой, спасибо, кто пришел. Всем. Было так жарко. Я просто вот вся была мокрая. Просто вообще. Это было просто невероятно. Людей было столько, что мы не могли даже дышать нормально. Вот. Спасибо за цветы. За просто нереальные цветы. Невероятные. Наташенька, там твои цветы еще не поместились в салон. Они лежат у меня тоже в багажнике. Сейчас я их вытащу. Нереальные, красивые. А, ребята, кто смотрел Форт Боярд, как вам? Мне так не терпится посмотреть. Сейчас будем смеяться. А, что еще? Что еще могу сказать? Прямо, ага. Прямо, 270, но он увидит нас. Да, он увидит нас, сейчас мы ему помашем, он скажет. Сейчас он открывал. Ладно, смотрите пока Форт Боярд, не отвлекайтесь. Вы где смотрите, кстати, в этом, в Ютубе или где вы смотрите? А, вы в телеке, он идет сейчас по телеку, ля-ля. Круто и жесть, это правда было круто и жесть. Я вас безумно люблю, очень сильно люблю. Я, конечно, безумно устала. У меня завтра еще целый день пахаловки. Мы с Машей Брюс завтра снимаем наш курс, онлайн-курс второй. Завтра у меня пахаловка тоже целый день, с утра до вечера, поэтому пойду чуть-чуть отдохну. Вы бы не осмелились прыгнуть так. Если честно, я самое главное для меня было понять, страх высоты у меня остался или нет после проекта «Вышка». И я безумно рада, что страх высоты не остался. И что я все-таки его осилила. И я еще раз проработала что-то в себе. И каждый раз, я когда что-то новое прорабатываю, всегда прям горжусь. Я вас обожаю, целую. И люблю. Пошла домой. Есть блинчики, поправляться. Люблю.